Приветствую вас, и то, что вы описываете, имеет причину того, что у вас неправильно расставлены приоритеты. То есть те увлечения, которые вы выбираете, те действия, те, может быть, дела, которые вы ставите себе главными, они, по сути дела, проистекают не из ваших собственных желаний, не из ваших собственных мотивов, а проистекают извне. То есть что-то вовне заставляет вас, ну, условно говоря, конечно, заставляет вас стремиться к ним. Таким образом, получается, что внешняя мотивация обуславливает и внешние цели. Внешняя мотивация здесь — это навязанные кем-либо со стороны приоритеты, цели, желания, стремления и так далее. Я думаю, что вам нужно по возможности в большей степени прислушиваться к себе и чаще побывать наедине с собой, чтобы отдавать отчет самому себе в том, что вам вообще говоря важно, что вам вообще говоря интересно, что вам нравится и так далее. И если уже прислушиваясь к себе и думая о том, что вам интересно, вы будете испытывать ту же самую проблему, но это проблема мотивации. Мотивационные проблемы решаются через, во-первых, концентрацию внимания на том, что вы делаете, удержание этого внимания на том, что вы делаете, и на поиск дополнительных мотивов, на поиск дополнительных смыслов того, что вам нужно делать. Но для начала нужно правильно определить природу мотивов. Это мотивы ваши, не навязаны извне, и тогда есть большая доля вероятности, что вы не будете испытывать те симптомы, которые у вас есть сейчас. То есть либо они вас разочаровывают, либо вы иссякаете. Также нужно грамотно выстраивать, организовывать свой труд, не работать на износ, расслабляться, грамотно расслабляться, в меру расслабляться, тем самым чередуя периоды напряжения и периоды расслабления. Потому что если вы увлекаетесь работой постоянно, то ожидания результатов, ожидания того, что вы делаете, окажется существенно больше, чем, например, реальные результаты. И это, конечно же, скажется на вашей реакции как разочаровывающей. То есть, ко всему прочему, еще важно не строить себе лишних ожиданий и желательно концентрироваться на самом процессе, а не на получении какого-то эффекта. Если вам сам процесс нравится, того, что вы делаете, то результат становится вторичным. И здесь мы подходим к еще одному и последнему моменту, на что вы
ориентируетесь и почему в своей деятельности? Как я уже сказал, ожидание результата – это всегда риск, что он окажется недостаточно оправданным для вас, и отсюда может быть разочарование, отсюда может быть там упадок сил и потеря мотивации. Чтобы этого всего не было, нужно присмотреть проблемные моменты и, если нужно, устранить блоки, которые встают на пути к осуществлению деятельности в правильном ключе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.